Всем привет! В Пражском образовательном центре стартовал ежегодный конкурс грантов. Мы ищем молодых, талантливых и креативных людей из разных стран, которым будет оказана финансовая и иная поддержка при получении высшего образования в Чешской Республике. Конкурс будет проводиться в два этапа. Оба этапа являются заочными. Первый этап длится с 4 ноября по 17 ноября включительно. Вам необходимо будет заполнить анкету участника, а также написать эссе на одну из предложенных тем и прикрепить данные эссе к анкете участника. Мы предлагаем вам написать эссе на следующие три темы. Первая тема – заменит ли компьютер преподавателя? Вторая тема – плюсы и минусы образования дома и за рубежом? И третья тема – политика, рычаги управления. Вам необходимо будет выбрать одну из предложенных тем и написать эссе объемом не более 2 страниц А4 в электронном формате. Эссе может быть написано на русском, английском, чешском или украинском языках. Оценивание никак не зависит от языка написания. По результатам первого тура комиссия Пражского образовательного центра отберет 50 лучших работ для участия во втором туре. Задания участникам будут отправлены на электронную почту 13 декабря. На выполнение задания у студентов будет 2 дня. Результаты второго тура будут опубликованы на сайте Пражского образовательного центра 30 декабря в качестве подарка на Новый год. Конкурс грантов рассчитан на 2 возрастные категории. Во-первых, это ученики 9 классов. Во-вторых, это ученики 10 и 11 классов, а также студенты среднеспециальных учебных заведений, которые заканчивают свое образование в 2020, 2021, а также в 2022 году. Работы учеников 9 классов и 10 и 11 классов будут оцениваться отдельно. Пражский образовательный центр подготовил для вас следующие подарки. Те ученики 10 и 11 классов, которые займут первое и второе призовое место, получат бесплатное обучение в Пражском образовательном центре по любой выбранной программе. Те, кто займет 3, 4 и 5 место, получат 50% финансирование любой из наших программ. Тот ученик или ученица 9 класса, который займет первое место, получит бесплатную программу летней школы от Пражского образовательного центра. Второе место получает 50% финансирование любой программы летней школы. И третье место – это бесплатная каникулярная программа на выбор весенняя, осенняя или зимняя. Так что скорее заполняйте анкету, прикрепляйте к ней эссе. Мы будем ждать ваших работ и желаем вам удачи!